Всем привет! Наверняка кто-то из вас или, может быть, ваши знакомые, когда сталкивались с наукой Каббала, может быть, начинали что-то самостоятельно искать о ней в интернете, наталкивались на то, что Каббала – это про какие-то там высшие миры. И, конечно же, здравый человек, который живет в этом мире, который, не знаю, ходит на работу, воспитывает детей, ну и делает все, что и другие люди – может подумать, что постигать высшие миры – это вообще что-то не для него. Это для таких вот, знаете, для странненьких, да, кто там интересуется мистикой или, может быть, такой очень религиозный и так далее. Но на самом деле все гораздо проще. Во-первых, наука Каббала полезна и не только тем, кто метит высшие миры, кто хочет стать как творец и все в таком духе. Наука Каббала очень полезна, в принципе, в жизни. Почему? Потому что она помогает, она дает методику, как это сделать, помогает на самом деле быть радостным, счастливым, справиться с депрессией, с какой-то чувством уныния, скуки и все в таком духе. Потому что Каббала помогает извлекать из самой природы ту силу, которая нас как бы приподнимает над всевозможными передрягами, плохими ощущениями и дает на самом деле чувство радости, такой целостности, баланса, гармонии, все в таком духе. Это первое. А второе. А если задуматься, о каких таких высших мирах говорит наука Каббала? Что это за миры такие? Это что, где-то там в космосе или еще где-то? На самом деле все просто. Высшие миры – это миры скрытия от нас наслаждения. И все, что предлагает наука Каббала, это, используя ее методику, как бы снять эти скрытия и научиться правильно наслаждаться. Наслаждаться просто во всю глубину, на все 100%. Потому что сейчас мы на самом деле наслаждаемся на такую крошечку, что даже это наслаждением нельзя назвать. А наука Каббала предлагает научиться принимать от Творца, от природы, от высшего разума, который нас создал, все то благо изобилия, которое он очень хочет нам дать. Но от нас требуется выполнить определенную работу, чтобы быть к этому готовым. Вот это изучает наука Каббала. Поэтому все на самом деле намного ближе самому обычному человеку. Поэтому я вас приглашаю познакомиться ближе с этой прекрасной наукой, которая изменила полностью мою жизнь и меняет жизнь тысяч людей.